С сегодняшнего дня музей ИЗО Карелии уже в третий раз присоединился ко всероссийской акции «Музей для всех 2020». С 1 по 13 декабря он покажет онлайн-программу, в которой сотрудники расскажут об инклюзивных программах и проведут мастер-классы. Людям с ограниченными возможностями здоровья зачастую сложно бывать в подобных местах. Но в рамках онлайн-экскурсии это не проблема. Так, на сайте музея можно найти видео с рассказами об экспонатах на языке жестов. Для слабовидящих здесь созданы тактильные копии произведений. Музей на протяжении многих лет создает на своей площадке инклюзивное пространство, реализуя новые проекты и инициативы. В этом году он стал финалистом и дипломантом ежегодного конкурса проектов Международного фестиваля «Интермузей-2020». За разработку универсальной методики для людей с особыми потребностями.